Вика Старикова, юная певица, которая обрела популярность после участия в шоу «Минута славы». Несмотря на то, что девочка подверглась жесткой критике со стороны жюри, она сумела обрести своих первых поклонников не только в лице детей, но и более взрослой аудитории. Виктория Старикова родилась 18 августа 2008 года на территории Нижнего Тагила. Воспитывали Вику в исконно интеллигентной и правильной семье. Мама и папа поощряли желание дочери заниматься музыкой. Уже в 4 года девочка легко могла запомнить ноты и мелодию песни. В раннем возрасте Вика попросила приобрести музыкальные инструменты. Первый музыкальный конкурс начался с банальной программы на планшете. Впервые на широкой публике Виктория появилась в 2017 году. Именно в этом году родители привезли девочку в Москву, чтобы она порадовала зрителей своим выступлением. На шоу «Минута славы» юное дарование исполнило композицию известной певицы Земфиры «Жить в твоей голове». По мнению многих зрителей, выступление девочке удалось. Она зажгла зал с первых секунд исполнения музыкальной композиции. Телевизионный журналист Владимир Познер и актриса Рената Литвинова раскритиковали выступление Стариковой. Познер сказал родителям Виктории, что они слишком амбициозны и мечтают вытянуть свою дочь на сцену любой ценой. Композиция Земфиры совершенно не подходит по возрасту девочки. Литвинова, которая, как известно, находится в тесных отношениях с Земфирой, поддержала точку зрения Познера. В интервью родители признали, что не ожидали от судей такого прессинга. Когда речь идет о выступлениях детей, то большинство членов жюри пытаются найти правильные слова, пусть даже и для критики. Во время этих событий сама Вика не могла сдержать эмоции. В итоге это выступление переросло в грандиозный скандал. Интересно, что во втором отборочном туре ситуация только усугубилась. Критики нещадно критиковали выступление девочки. Итог был один. Вика выбыла из шоу «Минута славы». Но в родном Нижнем Тагиле талантливую девочку заметили. Она была удостоена престижной премии на церемонии «Человек года» в номинации «Дети, прославившие город». Творческий путь юного дарования начался с участия в шоу «Минута славы». Однако подлинное народное признание миллионов россиян было к Вике после презентации видеоклипа «Три желания». В основе музыкальной композиции не безызвестная детская песенка «Лягушка и три желания», автором которой является Франциск Лемарк. В сюжете видеоклипа были буквально реальные события. Девочка исполнила песню перед строгим жюри. Видеоклип «Три желания» за неделю набрал больше 1 миллиона просмотров. Количество просмотров увеличивалось каждый день. Старикова продолжила свой творческий путь кавер-версии на композицию знаменитого Виктора Цоя «Кукушка». Девочке удалось попасть в самое сердце своих поклонников и обычных меломанов. «Кукушку» записывали многие исполнители, но у девочки песня прозвучала по-особенному и затронула сердца зрителей. Среди других известных песен Стариковой были «Чудак» и «Ангел». Вика много времени проводила со своими родителями и друзьями. И, конечно же, ее любимое увлечение пением. Сегодня стремления девочки направлены на развитие. В социальных сетях о пении Виктории можно прочитать много хвалебных отзывов. Многие говорят о том, что девочка развита не по годам. Старикова – настоящий самородок. Народный артист Российской Федерации Сергей Юрский тоже высказал свое мнение относительно талантливой девочки. В частности, Сергей сказал, что она исполняет композиции в соответствии с возрастом, голосом, любовью к пению. Сейчас Виктория продолжает музицировать. Просмотры ее видеоклипа на видеохостинге YouTube превышают. Композиция «Лягушка и три желания» набрала более 20 миллионов просмотров. Треки Вики в формате минус тоже пользуются огромной популярностью у пользователей. В 2020 году все заметили, что имидж девочки немного изменился. Виктория, как и все дети, грызет гранит науки. Старикова учится в политехнической гимназии номер 82. Кроме этого, девочка учится в музыкальной школе. Родители Вики не настаивают на музыкальной карьере. Они готовы поддержать любой выбор дочери. Главное, чтобы девочка была счастлива. А вам нравится творчество этого юного дарования? Делитесь своими мыслями в комментариях.